9 утра и минус 9 на старте. Тем не менее, сегодня день тренировки, значит, надо потренироваться. Сейчас я иду на одну из, наверное, самых таких интересных площадок в Москве, необычных, концептуальных. Нет, то, что вы видите справа, это тоже, конечно, необычно, концептуально, но это не та площадка. Это просто необычная детская площадка. А сейчас я подойду на площадку для взрослых, которая тоже очень необычная. Я видел подобный проект площадки у одной французской, по-моему, компании. Сейчас увидите. Ну, площадка сама состоит из двух частей. Первая часть — это стандартная кенгурушка. Собственно, турники, брусья. Все как обычно. И вторая часть — это концептуальщина. То есть смотрите, какая интересная шведская стенка. Какой интересный велотренажер. Какая интересная хренотень. Ну, можете предлагать свои идеи, что это, я не знаю. Лавочка гигантская. И еще хренотень, видимо, для пресса. Тренажер. И еще тяговый тренажер. Необычненько, согласитесь, да? Я больше нигде, ни в одном городе никогда не видел таких площадок. Я даже не знаю, кто их строит. Но особенно прикольно они смотрятся летом. Такая очень странная вещь, скажем так. Если говорить по-простому, очень странная. Ладно, минус 9. Надо быстро разогреваться, быстро делать подходы и валить на работу. Погнали.
Вот такая вот вышла тренировка. Опять что-то запутался с подсчетом кругов повторений на выпадах и отжиманиях. Отжимания делал от перекладины низкой, потому что я забыл свои перчи на сушке. А в рюкзаке были только вчерашние черно-красненькие. Они мокрые очень. От снега очень неприятно в мокрых перчатках заниматься. Если вы занимались, вы понимаете, о чем я? Поэтому не забывайте. Не забывайте перчатки сушить после тренировки и брать с собой. Иначе как же вы будете тренироваться? Вот так вот. Собственно, на сегодня все. Еще раз, вот площадочка. Вот концептуальная площадочка. Увидимся завтра. Новый день, новые тренировки. Пока.